Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает рабочие поездки по муниципалитетам. Вместе с югорчанами глава региона оценивает качество исполнения принятых ранее решений и поручений. Решает актуальные вопросы, определяет планы по развитию населенных пунктов. Лучшие инициативы югорчан учитываются в ежегодном отчете, обращении, инвестиционном послании губернатора, а также при формировании бюджета на следующий год. Сегодня глава региона встретится с жителями Лангепаса и Покачей. Завтра мероприятие пройдет в Когалыме. За 2 часа до каждой встречи начнут работать консультационные площадки. На все вопросы отвечают представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, фонда «Защитники Отечества». Каждое обращение фиксируется. На портале «Открытый регион Югра» продолжается общественное обсуждение по выбору главной темы 2024 года в Югре. Здесь же можно выбрать наиболее значимые достижения муниципалитетов за год и проголосовать за приоритетные проекты будущего года.